Вы знаете, вообще-то мы молимся за весь мир, вообще-то. И в церкви он, если там за власти, воинстве ее там, и за, мы, вообще мы молимся за весь мир. И то, что мы просим Господа за людей, которые еще не... Ну, а кто, что такое власти, там, воинство, там, ну, там, что там, там, кто хочешь. Любые верующие, неверующие, какие странно верующие там, и так далее. Молится. Молитва, она сама по себе везде хороша, везде, в любом состоянии. Ты лежишь ли ты, стоишь ли ты, сидишь ли ты, едешь ли ты. И я тоже, когда ехал там действительно, когда в кафедральном соборе с юго-запада, на этом транспорте, так там только это правило и начинаешь. Там, да. Пока доедешь, ты там, да. А так... Вот. Поэтому стараемся молиться во всех. Те, которые не крещенные, Господи, приведи их. Да. Вот. Те, которые ушли от нас. Конечно, сказано очень. Ну, понимаете, что Господь сказал? Не суббота для человека, не человек для субботы, а суббота для человека. Не закон, который не мы для закона существуем, а закон написан для нас. Закон написан для нас. Правило говорит о том, что да, мы в церкви православной, да, молимся за крещенных людей, потому что они православные люди, потому что это православная церковь. Да, это так. Такой закон. И вот тут начинается. А вот у тебя все в родне крещенные, там, я не знаю, все православные или ненаславные. И получается, молиться, не молиться. Ты что, не будешь молиться за своих родных, которые там, предположим, католики или кто они там? С точки зрения начетничества, то есть когда человек для субботы, то есть для правила, да, а тебе вот эти вот наши правильные православные, они тебе скажут, по шестому правилу, там, четвертого Вселенского собора, Карфагенского, там, и тебе вот такое, это все правильно, но там очень много написано для того времени существования церкви. У нас сейчас совсем другое время. И сейчас отворачиваться от мира, который погибает. Да мы что, радуемся, что они все погибают, что ли? Нет. Да мы, наоборот, страдаем за то, что... Потому что мы такие были, как и они. Сейчас мы изменились. Господь по милосердию своему почему-то нас изменил. Всем дал жизнь Господь Бог. Он дал всем жизнь. Всем он дал жизнь, конечно. Потому что некоторые, как начинают... какие-то вещи говорить. Я всегда говорю, а чего мы ходили в колонию вот этого строгого режима номер один? Вот это? Столько лет служили там. Там убийцы сидели. Так а чего мы за убийцев тогда там? Им помогали, там, работали с ними, там, служили. Они причащались, они исповедовались. Чего мы это делали? Надо смотреть каждому из нас по ситуации, конечно. Но молимся о всех, о всем мире молимся. Я даже вот когда там начали, там вот католики, там все такое, я говорю, давайте так, принимайте записку, пишите в скобках «кат», чтобы вам было там спокойно на душе. Вы с себя ответственность как бы снимаете, и эта ответственность перегружается на священника. Если священник побоится за «кат», в кавычках, помолиться, ну, как хочешь. А я буду молиться за всех, которые там написаны. Некрещенные, конечно, надо молиться и просить, что Господи, пусть они крестятся.